Огуречный лайфхак. Давайте же проверим способ, возможно ли сохранить огурцы на зиму. Для этого огурцы нарезаем крупным кубиком. Вот посмотрите, примерно такого размера он должен быть. Кладем фасовочный пакет и распределяем равномерным слоем. Убираем в морозильную камеру на то время, которое вам необходимо. У нас прошло 6 часов. Вопрос: что же делать и куда использовать замороженные огурцы? Отвечаю: в замороженном виде добавляем в заранее подготовленный салат, приправляем, перемешиваем и оставляем отходить огурцы от шоковой заморозки при комнатной температуре. Прошло порядка 15 минут, давайте попробуем. Легкий водянистый оттенок, но как же на вкус? Я вам скажу, что огурчики остались хрустящие, так что лайфхак годный. Ловите крутой способ, как сохранить кабачки на зиму. Конечно же, традиционно мы их можем нарезать кольцами либо кубиками и заморозить. Но при дальнейшей разморозке и термообработке они будут очень водянистые. Вот вам простой способ. Натираем кабачок на крупной терке. На 1 кг кабачка добавляем 1 столовую ложку соли. Все хорошо перемешиваем. Вот так вот приминаем. Даем им постоять 10 минут, чтобы выделился сок. Добиваем остатки влаги с помощью сита. Вот посмотрите, сколько водички у нас получилось. В дальнейшем мы что-нибудь из нее приготовим. Следите, обязательно будет. Далее кабачковую массу раскладываем в фасовочные пакеты и с помощью скалки раскатываем в удобный пласт примерно 0,5 см толщиной. Делаем вот такие насечки, чтобы при дальнейшем разморозке можно было легко отломить кусочек и использовать. Ловите крутые лайфхаки от шефа. Да что это происходит? Да, друзья, сейчас я вам дам тот самый простой и гениальный способ, как сохранить белокочанную капусту на зиму. Итак, для начала убираем верхние загрязненные листья. Если на капусте имеется влага, обязательно нужно вытереть насухо бумажным полотенцем. Теперь капусту перетягиваем пищевой пленкой. Старайтесь затягивать туго с минимальным остатком воздуха внутри пленки. И в таком виде храним в погребе, на теплом балконе, либо же в холодильнике. Пользуйтесь, крутые лайфхаки от шефа. Смотрите, крутой способ, как сохранить листья салата свежими 2 недели и более. Для этого листья салата хорошо промываем в холодной воде, перекладываем на полотенце и оставляем просушиваться в хорошо проветренном помещении. Вот посмотрите, листья салата у нас полностью сухие. Далее нам понадобится пергаментная бумага. Перекладываем на нее листья и аккуратно, чтобы не повредить салат, сворачиваем их в пергамент. Полученный сверток перекладываем в пищевой контейнер. Плотно накрываем крышкой, убираем в холодильник и используем по мере необходимости. Ловите крутые лайфхаки от шефа! Ловите супер простой способ, как избавить огурец от горечи, не счищая кожуры. У огурца срезаем попку со стороны плодоножки. Да, друзья, я этот огурец попробовал, он очень горький. И круговыми движениями трем обе части огурца очень-очень быстро. Начинает выделяться вот такая вот, друзья, белая пена. Это и есть та горечь, которая содержится в огурце. А дальше самое сложное. Да нет, шучу. Просто промываем огурец и можно пробовать. Я сам был крайне удивлен, но этот лайфхак работает. Так что пользуйтесь, друзья. Крутые лайфхаки от шефа. Если же у вас нет специальной формочки для запекания жульена, я дам вам свой съедобный способ. Ловите! Для него нам понадобится слоеное бездрожжевое тесто в пластинах. Итак, берем один пласт теста, разрезаем его на 4 равных квадрата, и в двух из них ровно посередине делаем вот такие вот отверстия. Цельные пластинки по периметру промазываем водой и накрываем верхней частью. Вот посмотрите, какие формочки у нас уже получились. Далее остается их только запечь. Перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправляем в духовку на 18 минут при температуре 180 градусов. После выпекания немного проминаем серединку, дабы освободить больше места для начинки. Ну вот и все, остается только начинить их жульенной массой и отправиться запекать. Взяв на вооружение этот способ, вы не только удивите своих гостей, но и еще избавите себя от излишнего мытья посуды. Пользуйтесь, крутые лайфхаки от шефа!